взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Арина Маринюк, 6 лет. Стоит ли людям быть добрее? Конечно, стоит. Это совсем не трудно. Добрый человек – это тот, который уважает всех, любит своих родных, заботлив. Представьте себе, если мы все будем помогать друг другу, говорить вежливые слова, улыбаться всегда, то хороших и добрых людей станет все больше и больше, а злые совсем не останутся. Ведь это здорово. Я желаю всем хороших и добрых друзей, чтобы никто не обижался друг на друга. Так наш мир станет лучше и ярче. Взрослым о важном.